Так, всем привет, сегодня с вами я, Калюня, и у нас вот такой агрегат, машина 93-го года, Mitsubishi Pajero 2 во втором кузове. Машина в отличном состоянии, хозяин ее любит, ухаживает за ней, ремонтирует у меня. Вот так. Машина сохранилась. Ну, сиденья здесь перешиты. Сиденья уже перешивались. Потолок еще родной. Все, машина ухожена, чистенькая, аккуратненькая. Праворульная. Сейчас мы ее посмотрим с той стороны. Также мы ее сегодня поднимем на подъемнике. Будем оттуда. Пробег у нее 231561. Вот. Такая машинка. Сейчас посмотрим, что тут под капотом. Здесь у нас стоит мотор турбодизельный 2,5 литра, порядка 98 лошадей. Вот машина ухожена, все чистенько, аккуратненько. Здесь вместо второго аккумулятора стоит компрессор, интеркулер, топливная аппаратура. Ну, вот. Такая машинка. В таком состоянии. Вот так работает двигатель. Значит, что делать? Двигатель холодный, машина холодная. По этому двигателю что сделать? Двигатель стандартный, ничего не точилось, все родное. Единственное, по топливной аппаратуре менялись все резинки. И форсунки настраивались. И прокладка поддона менялась на этом автомобиле. Также меняли коробку скоростей на контрактную, потому что загудели подшипники и взяли контрактную коробку. Итак, я проведу тест-драйв данного автомобиля. Mitsubishi Pajero 2. Сейчас надо настроить под свой метр, полтора метра с кепкой руль. Рост руль. Сиденье. Так, сцепление довольно мягкое. Правый руль. Он стартует на холостых. То есть машина чуть отпуская сцепление, на холостых спокойно начинает двигаться. Я снимаю один, немножко неудобно. Как бы. Ну вот как-то так. Сейчас мы выйдем на асфальт. Попробуем, как ведет себя машина. Сейчас включен задний привод на табло. Так, вот я еду вообще без газа. О. И далее мы его еще поднимем на подъемник. Посмотрим там, как обстоят дела. Да. Конечно, на резвость он не очень. Как не очень, это для меня, потому что после 4 литров мне чему-то будет сложно привыкнуть. Ну, относительно разгоняется, конечно. Вот мы 60 разогнались. Идем. Ходовка в отличном состоянии, вся сбитая. Так, можно уже пятую скорость включать. Хорошо. Ну, в принципе, относительно короткобазная машина достаточно неплохо набирает скорость, идет мягко. Такой аппарат в отличном состоянии.
Вот такое состояние багажника у данного автомобиля. Вот. И сейчас мы его поднимем на подъемник. Я покажу, как он выглядит снизу. Итак, что мы видим в данном автомобиле? Ну, косяк мойщиков, не домыли рычаг. Здесь стоят пластиковая защита Mitsubishi, прям все вот написано Mitsubishi, специально для Pajero 2. Заводская защита, под ней спрятана лебедка с синтетическим тросом. Коробка, двигатель, рама в отличном состоянии, нигде не ржавая, ничего. Сейчас я покажу. Единственный косяк этого Pajero и вообще многих автомобилей — это ржавая вот эта труба. Но эта труба сейчас будет отсюда депортирована и варена, новая труба сделана. Потому что получается, она там забивается грязью и колесами прикрывается, когда машину отпускаешь. Поэтому здесь скапливается грязь, не промывается, и эта балка гниет. Вот это в этой машине единственный минус, но он будет убран. То есть это будет заменено. Остальное днище, все тросы. До сих пор оригинальный глушитель стоит родной. Все, как бы машина 93-го года, но довольно в приличном состоянии. С вами был я, Калюня Джипер. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь.